Пожар обнажил наркоплантацию в поселке Новое Доскино. Там поздно вечером загорелся частный жилой дом. Когда на место прибыли пожарные, их ждал незаконный сюрприз – домашняя плантация конопли. После тушения пожара на место прибыли правоохранительные органы. Неопровержимые доказательства валялись по всей улице. Правда, у местных жителей они вызвали лишь удивление. Я вообще не знаю, что это такое. Что это, цветы, а мне кажется, это трава какая-то. Ну, черт его знает, что такое, я не знаю, например. Они там печку, вероятно, топили, и загорелось у них. Конопли там очень много было, вот, у соседа. И то, что он сказал, что он выращивает только для себя ее. Хотя по количеству явно сказали, что было видно, что не только для себя. При осмотре помещений, значит, в дальней комнате были обнаружены, значит, у нас предварительно это растение неизвестно прихожение, ориентировочно конопля. Высота, примерно, ориентировочно составляет 50-60 сантиметров. То есть по количеству там ориентировочно от 10 до 20 кустов было обнаружено. Не знаю. Откуда она? Я ничего не знаю. А вы ее на продажу или как куда? Хозяйка сказала то, что она данный вопрос она не знает, то есть она и не видела эту комнату, то есть муж скрывал от нее под замок. Да они никогда никого не пускали, ни с кем не общались, они сами по себе были. Все кусты дурманящей травы были изъяты и отправлены на экспертизу. За культивацию конопли хозяину дома теперь грозит до 3 лет лишения свободы.